Дорогие товарищи, здравствуйте. 27 мая 2021 года. Где-то около 16:00. Я нахожусь в Нижнеднепровском национальном парке, природном парке Украины. Это Херсонская область, ребяточки. Красота неописуемая. Приплыли мы на лодке Акваторм. Сейчас вам еще красоту покажу. Дубы величавые. Одно плохо, ребята. Комаров море. Это просто какой-то ужас. Я их терпеть не могу, а они меня очень любят. Ну, конечно, кровь без алкоголя, без сигарет. Шучу, конечно. А то что-то скажет змей, что-то трындит непонятное. Это результат бобровой работы. Такой дуб был красивый, смотрите. И он сухой. Ну, бобры здесь есть. Однозначно, мы их уже снимали в этом году весной. Как оригинально столик сделан. Ну, нельзя разжигать костры, но костер был не так давно, ребята. Это не совсем хорошо, нельзя в таких местах разжигать, потому что как начнется пожар, потом хана будет. Ну и вот что хотел вам показать основное, ребята. Это, наверное, лилии, да? Ну, они сейчас совсем не распустились. Какая красота! Да, мое любимое слово, какая красота. Ну, а что сделать, если оно красиво? Ничего. Я скоро сниму, возьму экшн-камеру, хорошую аппаратуру, поснимаем, покажем. Приезжайте, ребята, сюда. Только не рвите, пожалуйста. Эта красота должна остаться и нашим нащадкам. Все, будьте здоровы.